И всем привет, дорогие друзья, с вами Георгий. Ну что, поздравляю вас с Рождеством, дорогие мои, ведь сегодня 7 января, Рождество. Желаю вам всего наилучшего, счастья, здоровья, успехов, и чтобы вы прожили очень-очень долго. У меня для вас замечательная новость. Сегодня приехала Даночка, да, и мы в понедельник с ней будем записывать стрим по игре The Last of Us 2. Насколько я знаю, там у нас немного осталось. Потом мы, скорее всего, будем проходить Far Cry 6, но я точно еще не знаю. Как видите, у меня вот тут еще все светится, новогоднее. Елочка, гирляндочки. Елочка, вон там еще одна, не попадает в кадр. Ну что, я думаю, что вы соскучились по нашим стримам. Я очень на это надеюсь. Шапочку я забыл. Шапочку. И сейчас... 7 января, это значит, что надо одевать шапочку. Правильно ли я ее одел? Нет, неправильно. Она должна смотреть на меня. Вот. Как вы видите, она светится. Вы же помните, я недавно записывал неделю назад новогоднее поздравление, и я не знал, что вот эти вот сердечки, они светятся. Видите, они светятся, эти сердечки. Так сказать, на фоне светящихся гирлянд, у меня светятся еще и сердца. У меня не одно сердце, кстати, их несколько. У людей одно сердце, а тут несколько. У меня несколько сердец. Так что вот так. Опять у меня это ерунда назад лезет. Ну что, ждите понедельника, как и я жду понедельника, чтобы был понедельник, и мы записывали стрим. Все, всем пока.